Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на свадьбе наших дорогих молодоженов Исмаилжана и Нургуль. И сегодня мы хотели бы спросить у наших гостей, что же они думают о наших молодоженах. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дания, я подруга Нургули. Меня зовут Аселя, я коллега Исмаила. Я являюсь двоюродной сестрой Нургуль. Танг Жарах. Я Бахтияр, брат жениха. Меня зовут Гульмира, я родная тетя Нургуля. Меня зовут Аселя. Мы друзья, так скажем, нашего Исмаила. Меня зовут Аружан, я являюсь сестренкой, двоюродной сестренкой Нургули. Меня зовут Лола, я двоюродная сестра Исмаила. Друзья, как вы думаете, кто главный в семье Исмаилжана и Нургули? Нургуля. Нургуль, конечно. Нургуля. Нургуля. Наверное, Нургуля. Конечно, Нургуля. Конечно, Нургуля. Не Нургуль, запятая Исмаил. Кто сегодня подарит меньше всего денег? Кинжибай. Айзире. Дана, насколько я помню. Конечно, я. Мухаббат. Махмуд. Я, ну, Айзада, подруга невесты. Вот, а Айгерим тоже сейчас присутствует на свадьбе. Это, наверное, мой супруг Азамат, Махмуд. Кинжибай. Какую песню невеста поет в душе? Районы, кварталы, жилые массивы. Кызылырык, кызылырык. Осы мірге лайық, семья құрып жар-жар. Келедәне екі жас, топты жарып жар-жар. А кызылырык, кызыл. Я люблю тебя до слез. Қыз бала гүл, қыз бала жүр. Қыз бала ертең үз ғана бұл. Мен де сен де қыз ғана біл. Осы мірге ұлайық, семья құрып жар-жар. Келеданы екі жас, топты жарып жар-жар. Какие качества вы цените в Исмаилжане и в Нургуле? Когда обманывают. Ложь. Двухличность, наверное. Ложь, обман. Когда вот опаздывают. Злость, агрессия. Ну, наверное, то, что они врут. Мне все нравится. Сколько было девушек у Исмаилжана до встречи с Нургуль? 7. 3. Может быть, 3. Может, 17. 10, может, даже и больше. Наверное, 3. 5. Если бы вам дали миллион, что бы вы подарили нашим молодоженам? Открытку, наверное. Это... Что-нибудь, какой-нибудь десерт, может быть. Билет на метро. Счастье. Пироженки. Цветы. Открытку. Я куплю самую красивую открытку, подпишу ее с искреннейшими пожеланиями и вручу им. Да, абонемент каждому. 10 поездок. Как вы думаете, сколько сегодня Исмаилжан выпьет на празднике? Ну, литр, наверное. Ну, 100 грамм, да. Ну, полбутылки, может быть. 2 бокала вина. Ну, наверное, литра 2 точно. Как минимум. Полбутылки, наверное. 2 чайника чая. Давайте остановимся на 2. Как вы думаете, что будет сегодня на праздничном столе? Гамбургеры. Бутерброды и кукси. Доширак. Рожки. Макарошки. Лапшу. Доширак. Роллтон. Макарошки, роллтон. Наверное, доширак и хот-дог. Дорогие друзья, вы видите сегодня, в каком мы шикарном ресторане проводим мероприятие. Как вы думаете, какой бюджет сегодняшнего праздника? 1050. 60 тысяч. Ну, где-то на 150 тысяч. 50 тысяч получается, тенге. Ну, 50 тысяч. 100 тысяч хватит. Ну, на 30 долларов. 1700-800. Что вы сегодня подарите? Ничего. 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 Ну, ничего. Ничего. Попробуйте описать молодожен одним словом. Они самые замечательные. Счастливые. Классные. Сладкие. Счастливые. Позитивные. Любящие друг друга. Счастливые. Они очень счастливые. Симпатичные. Похожие. Очень друг на друга похожи. Что вы хотите пожелать молодоженам?
Я хочу пожелать вам семейного счастья, чтобы ваша любовь была бесконечной, чтобы родители были всегда рядом, и, конечно, много-много детишек от вас ждем. Поздравляю вас. Я хочу пожелать молодоженам счастья. Я хочу пожелать самое главное счастья, крепкого здоровья, благополучия семье и удачи, удачи в жизни. Чтобы они прожили долгую счастливую жизнь. Я желаю вам счастья, много детей и здоровья, самое главное. Сладкой семейной жизни, счастья, здоровья и много-много деток. Исмаил сладкий, а Нургуля вообще такая... Я хочу пожелать вам много-много любви. И чтобы она была долго-долго, чтобы она была всегда. И чтобы эта любовь помогала вам преодолевать трудности, преодолевать невзгоды, вместе радоваться каким-то прекрасным событиям в вашей жизни. И чтобы у вас было много классных детей, таких же классных, как и вы сами. Обязательно здоровых, умных и счастливых. Будьте счастливы. Всего самого наилучшего, огромнейшего счастья, крепчайшего здоровья, побольше деток, побольше денег. Пусть все будет так, как вы задумали. Пусть все у вас будет все хорошо. Пусть все мечты и желания сбываются. Да, я бы задумался, Исмаилжан, дружить с такими гостями или нет после таких ответов. Но я хотел бы сказать большое спасибо всем гостям за такие позитивные ответы. И хотелось бы, чтобы мы все подняли бокалы за наших молодоженов. Исмаилжан, Нургулечка, будьте счастливы. Удачи вам, добра, процветания, всех земных благ. Ура! Like that's what you want.